Новости Богородского района. Богородская43.ру. Уважаемые богородчане, 12 июня отмечается праздник нашей страны, День России и по традиции день рождения нашего любимого района. В этот день мы чествуем нашу родину, страну с уникальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. У нас немало оснований гордиться нашей страной, верить в ее будущее. Будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально защищенного государства. История России неотделима от истории нашего района. От всей души благодарим тех, кто своим трудом, силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего района. Дорогие земляки, поздравляю вас с этим праздником, желаем, чтобы Россия и наш Богородский район процветали, чтобы вы по праву гордились своей землей и людьми. Пусть в ваших семьях всегда царит тепло, достаток и мир. Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия.